Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, что 19 октября этого года мы отметили 15 лет со дня премьеры мюзикла «Норд-Ост». Для нас это большой праздник. Мы счастливы, что вы пришли его с нами разделить. И даже в эти трагические дни, когда сегодня вспоминают именно трагическую ипостась судьбы нашего мюзикла, мы не хотим, чтобы этот вечер был траурным. Мы хотим, чтобы он был праздничным, потому что мы знаем, что в зале есть преданные друзья, оголтелые фанаты, настоящие поклонники мюзикла «Норд-Ост», которые знают его наизусть. Мы знаем и просим вас петь вместе с нами сегодня, в этот вечер, наш любимый мюзикл. Сегодня мы еще хотим вам предложить дополнительный бонус. Не влезли все зрители, не поместились сегодня все, кто хотел прийти на этот вечер, на наш концерт. 31 декабря. Вечера мы ждем вас в этом зале. Это может быть и прекрасный подарок на Новый год вашим друзьям и близким, которых вы хотите порадовать. Диски и клавиры, редчайшие редкости, которые продаются сегодня в очень небольшом количестве, пожалуйста, есть возможность. Все средства с продажи идут на издание большой иллюстрированной книги о Норд-Осте. Поэтому принимайте участие в этом благородном деле. Итак, сегодня для вас концертную версию мюзикла Алексея Ващенко и Георгия Васильева исполняют артисты премьерного состава мюзикла «Норд-Ост». Юрий Мазихин. Виктория Соловьева. Ирина Линд. Алексей Рассашанский. Петр Маркин. Антон Арчик. Алексей Бобров. Лидия Чебоксарова, концертмейстер Анастасия Зимина. Мы начинаем. Преследовали нас, и самая первая из них — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие.
не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии. Открыли к северу от Таймырского полуострова, я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлет тебе твой Монтигомо ястребиный коготь. Водоворот роковых событий и захватывающих приключений начинается с трагической случайности. Беглый каторжник отнимает у 6-летнего мальчика Сани Григорьева нож и убивает им почтальона. В руках у мальчика оказывается сумка с недоставленной почтой. Нож остается на месте преступления. Мальчик от рождения нем и никому не сможет рассказать о том, что произошло. Наступает жаркий полдень. На залитой солнцем Архангельской пристани кипит работа. Идет разгрузка баржи. Среди рабочих старший артели Иван Григорьев и его сын Саня. Море молчит, как рыба, но ветер дунет, и все изменится. Море то тише мыши, то выше крыши взовьет волну. Штиль молчит и ленится, штормы рычит и пенится, белых своих барашков сгоняя в северную длину. Утро пропахло ветром, а ветер пахнет лесной морожкою. Город пропах рогожей, сырою кожей и табаком. Полдень пропах картошкою, полдень пропах окрошкою, хлебом, зеленым луком, копченым салом и молоком. Шабас! Зато не до загружено, будем грузить на ужина, чтобы забиться трюмы и утром маршу отправить в море. А наше море не слышит горя, лишь берег точит, да камни мочит, бурлит, лакочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Гуляй пореже за бочаками. Там ходят лихие люди, ножами машут размером с локоть. А наш хозяин шутить не любит, а наше дело мешки на локоть, чтоб утром баржу отправить в море. А наше море не слышит горя, бурлит, лакочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, покуда ветер не переменится. Море ленивым зверем лежит под солнцем и греет бок. Ветер сегодня ленится, мачты к воде не кренятся. Ветер в ушах не воет, и день как светел, и нам не стоит бояться горя, бояться бури, покуда море, глаза зажмуря, ленивым зверем, обнявший
под солнцем у наших ног. По настоянию Николая Антоновича семья Татариновых решает перебраться из Архангельска в Москву. Мария Васильевна со своей мамой Ниной Капитоновной и маленькой дочкой Катей пришли на пристань, чтобы проститься с морем, в котором пропала шхуна Святая Мария. Их провожает друг семьи Иван Павлович Кораблев. Московский скоро ждать не станет, нельзя опаздывать к нему. Багаж в пути носильщик нанят, еще мгновение и канет все наше прошлое во тьму. Минутной стрелкой сердце ранит, разлуки час, прощальный час. Московский скоро ждать не станет, а море манит, море тянет прийти сюда в последний раз. Чтоб снова, как прежде, столица поможет высохнуть слезам. Пора с небес уже спуститься, с Иваном Палычем проститься и отправляться на вокзал. Чтоб в незаконченном романе начать еще одну главу, экспресс не терпит опозданий. Прощайте, друг мой. До свидания. Переезжайте к нам в Москву. Приеду, приеду, чтоб снова. Полицейский, который обвиняет отца Сани Григорьева в убийстве почтальона, предъявляя нож с надписью «Иван Григорьев». Саня пытается объяснить, что отец не виноват, но его немота только злит пристава. Саня оказывается не в силах спасти отца от ареста. Кто среди вас тут будет Иван Григорьев? Если Иван Григорьев нужен, то вот он я. Вот он я. Очень хорошо,
что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев, ты еще и глуп, ты еще и дуб. Ладно, душедуб, давай, пошел! Что тут еще за сосунок? Это Григорьев, сынок! Он от рождения слова вымолвить не умеет! Если он нам чего сообщит тебе, пусть он сперва разучит хотя бы пару слов. Смилуйтесь, погодите, нежно вы не родите. Полноте, ваше благородие, не шутите так поступать. Не то же это, не то, то позже, не без чего народ отдельный подумать может. Он тут, между прочим, Саша среди рабочих. Это надели дело честных людей порочить. Да он честным оказался, сам в злодействе расписался. Вырезал буквами кривыми на наше собственное имя. Где ты его оставил? Ну-ка припомнишь, может, где и когда оставил ты этот ножик? Где это было, спрашиваю я третий раз. Третий раз. Третий и на этот раз последний. Я его на миг мы где-то обронил, да не помню где. Верно, обронил, но не на медни. А сегодня ночью ты его забыл, я напомню где. Там у почтальона в животе. Этого быть не может, этого быть не может. Вы же слыхали сами, как он признал свой ножик. Этого быть не может. Хватит вам разойдитесь. Вы уж там, ваше благородие, разберитесь вы, но уж не сердитесь, грамотный едешек. Там по всему выходит, произошла ошибка. Саня, прижимая к груди сумку погибшего почтальона, возвращается на пристань. Но после отца арестовали, и мальчик остается совсем один. Плачущего Саня замечает Иван Павлович Коробков. Раскис. Что за беда? Откройся. Ну, не молчи, но поделись. Давай скажи, не бойся. Да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Постой, но слух-то ты имеешь, и все, что слышишь, разумеешь. Так ты лентяй, а не немой. А как же ты своих матросов пред бурей сможешь ободрить? Я знаю способ, простой, но очень верный способ научиться говорить. Запомнить нужно пару фраз и повторить 100 000 раз. И если только повторишь, наверняка заговоришь. Послушай.
крылом. Всю страну словно губку пропитывая, перепутывая наши судьбы узлом. Мы историю не перечитывая, отправляем сегодня на слом. Рушится мир на куски, а вы, принажавшись домок от тоски, маленький мальчик бормочет четыре строки. Бормочи, не стесняйся, ты всех удивишь, если будешь настойчив и смел. Ты уже победил, ты уже говоришь, навсегда позабудь, как предложил немёк. Жаль вот только, что правдой своей, малыш, жизнь отцу ты спасти не успел. Где-то в далеком краю ты, может быть, отыщешь тепло и уют. Стой, не забудь злополучную сумку свою. Буря мглою небо кроет, и крест нежные крутя, кога зверя на забое, кто заплачет, как дитя. Всю страну словно губку пропитывая, разъедая основы всего. Эта мгла словно пыль антрацитовая оставляет тебя против всех одного. Выживай на других, не рассчитывая, у тебя больше нет никого. На других не рассчитывая, у тебя больше нет никого. Гражданская война. Саня был настойчив и смел, он научился говорить, но жизнь его не сад. Вместе с такими же беспризорниками, как он сам, он шныряет по блошинному рынку среди торговцев и жуликов в поисках пропитания. Мечта я стал миллионером, владею я несметным количеством нулей, солидный вид, приличные манеры. Иду гулять по скверу, искать случайных прибылей. Ай-яй, купи, продай. Кого бы осчастливить миллионом? Купить коробку спичек и пару папирос. Колонну. Мадам, прошу пардону, возьмите взад ваш кубок вопрос. Ай-яй, купи-продай. Да я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер. Мы все миллионеры, пока товарищ милиционер нас не погонит вдоль по скверу. Нас не погонит вдоль по скверу. Зачем подушка, если нет кровати? И если нет рубашки, на кой мне кружева? А может, нам на бублик денег хватит? Ну это как потратить? Тут может хватит и на два. Ай-яй, купи-продай. Да здравствует страна миллионеров, где временные беды переживаем мы. Дай Бог нам до начала новой эры не сдохнуть от холеры или от какой другой чумы. Ой-ой, да боже ж мой! Да я миллионер, а я? И ты миллионер, а он? И он миллионер, мы все миллионеры, пока нас не погонит вдоль по скверу.
веру. Школы коммуны. Нет, изначально непонятно, как такое вы могли себе позволить-то. Изначально приятно, что сие вообще возможно в нашей школе. А знаете ли вы, что все злодейства, подлые предательства и фарисейства так же начинались вроде бы пустяшных невинных мелких действий. Ибо, как известно, когда-то увяз все птички пропасть. Крыса на уроке — это дерзость. Ну, Карамашов, поведай нам давай-ка, как организовал ты эту мерзость. Что вы, Николай Антонович, это Валька? Ах, так это Жуков крыс приносит. Это был хомяк, и не крыса вовсе. Можно ли терпеть подобный вандализм в школе коммуне? Мы спросим и ответим строго, без обиняков. Вы разрешите? Нельзя! Здравствуйте, входите, я не вам. Простите, ради бога, только что на улице я встретился совсем случайно с мальчиком, которого в Архангельске я знал немного. Он был от рождения немым. Да-да, весьма печально. Верно, но сейчас он говорит не хуже нас, он научился. Посмотрите, это чудо. Ну, мой друг, уж раз вы научились говорить, так расскажите же нам, кто вы и откуда. Поднимайся. Не стесняйся. Меня зовут Григорий Александр. Живу я на вокзале. Я круглый сирота. Сейчас. Все-все. Мне все понятно. Вам за хулиганство два наряда. Крыся на уроки, значит так вы двое. В комнату заведующего складом отведите прибывшего к нам героя. Пусть его оденут и обуют. Давня слышались его беруя. Пусть ребенок лучше учится у нас, чем на вокзале ворует. Крысу утопить. Постойте, Кораблев, я задержу вас чуть-чуть. Да, для педагог им непонятно жгучее желание помочь всем сразу. Но мне чрезвычайно неприятно бродить без направления наркобраза. Вы же только за нынешнюю осень привели таких, как он, примерно. Можно так вести себя учителям школы коммуны? Мы спросим и ответим твердо, без обиняков. Вы извините. Нельзя. В жизни нашего маленького героя происходят замечательные перемены. Теперь он ученик школы коммуны номер 6. У него появились новые друзья Валька Жуков и Ромашка. А главное, он знакомится с лучшей девочкой на свете, Катей Татариновой. И он еще не знает, что это дочь того самого капитана Татаринова, чьи письма он нашел в злополучной почтальонской сумке. А тем временем в доме Татариновых разворачиваются драматические события. Иван Павлович Кораблев с букетом цветов приходит, чтобы объясниться Марье Васильевне в любви. Нина Капитоновна, всей душой желая счастья своей давно овдовевшей дочери,
отправляет маленькую Катю погулять. Пойди, Катюша, погуляй. Эй, оденься потеплей. Давай, 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 давай. Скорей, 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 скорей. Тревожит, мы не опишем наших чувств, передоверив их словам. Я знаю все, что мне сказать хотите вы, и вам ведь тоже наверняка известно то, что я отвечу вам. Лет, и шесть из них вестей о муже нет, и я уже почти вдова. Но в ожидании вести роковой не вправе я считать себя вдовой. Поесть. Ты предложил бы хоть пошел, Иван Павлович, присесть. Пора. Что вы, куда вы, чай поспевает? Мы по-простому, без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать нежданных гостей.
я вас не понимаю. А видимо придется. Дарите розы в мае, дешевле обойдется. Визит без приглашения на грани моветона. Ах ты, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Павловича букет не нарушает этикет. Или, быть может, мне принять гостей не позволяет домострой. Быть может, мне запрещено ходить в кино, смотреть в окно. И в ожидании дурных вестей должна я скрыть лицо чедрой. Я вас не понимаю. И вправду непонятно. Не знаю и сама я, как вырваться обратно. В Архангельск нет возврата. И я, как приживалка, у мужниного брата 6 лет под замком. Ах, боже мой, какой замок! Когда в ваш дом пришла беда, кто, как не я, пожертвовав собой, вам помогал печаль унять? Кто делал все, что только мог, чтоб наступил тот день, когда мой бедный брат вернулся бы домой и смог бы снова вас обнять? Кто ради этого святого дня так много отдал сил? И так мечтал, чтоб этот день не наступил. Бабушка, бабулечка! Куда ты? Да ниоткуда, я тут ванатометр немножечко расколотила. Где ты так испачкалась? Нигде. А это что за чудо? Это Саня, вот он мне плечо. Все по-другому было, это не она. Тут целиком моя вина. Поймите, я его разбил на самом деле. Все это вранье. Да вы не слушайте ее. Нет, это я его разбил. Это я его разбил. Это я. Это я. Мы не хотели. Мир прямо-таки полон доброходов. Вот они стоят, потупив очи долу. Вот кому и помог найти работу. Вот кого против управил, принял в школу. Вот что я получил за все за это. Все-таки верна народная примета. Делая добро, не стоит ожидать аналогичного ответа. Да, неблагодарность, это-то и есть первопричина всех бед. Вот кого пригрел неосторожно, вот кому вы поверил так легко, я вы хамелеон. Да как же можно про Ивана Павловича сказать такое? Да, удивительный феномен, скромен и одновременно вероломен. Можно ли после этого переносить ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим. Месяцев в году нам грести сквозь
искать и бороться. Нашим клятвам и законам мы с тобою неуклонно будем следовать повсюду и всегда. Бить так в глаз! Бить так пылко! И свою свинью-копилку бессоветно пронести через года. Не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир, сквозь года прорастая. Но 13 месяцев в году, знай, что я тебя не подведу. Я тебя никогда не предам и в обиду не дам никому никогда. Наступает новый 1929 год. На карнавале в парке повзрослевшие Саня, Валька и Мишка Ромашов встречают Катю Татаринову и ее подругу Киру. У Сани и Кати явно любовь. У Вальки и Киры тоже намечается роман. Вот ведь какая погода, вот ведь опять как всегда. Празднику Нового года холода. Вновь мороз, словно наркоз, обезболил нам нос. Видимо, это надолго и всерьез. Тем, кто учен, мороз ни почем, потому что нас валенки греют. Потому что ногой, то одной, то другой, мы мамы усердно топочем облет. Потому что знаком нам всеобщий закон, надо на морозе с друзьями теплее. Потому что созвал нас гулять карнавал, потому что грядет Новый год. Я скоро стал Диной. Ух, здорово терзает. Такая холодина, что зубы замерзают. А я вас уверяю, земля меняет климат, и с каждым годом зимы теплее чуток. Сейчас Валька наколдует, и снова станет сыро. Я рекомендую мою подругу Киру. Земля меняет климат. Ну, раз такое дело, пока не потеплело, айда на каток. Есть одно русское средство, дуба не так в декабре. Нужно мороженое греться и снутри. Наш народ непобедим. В минус 31 мы сообразим, как согреться среди льдин. Тем, кто учен, мороз ни почем, потому что нас валют и греют. Потому что ногой, то одной, то другой, мы усердно топочем облет. Потому что знаком нам всеобщий закон, надо на морозе с друзьями теплее. Потому что в ножки серпантины смешки, потому что грядет Новый год. Земля меняет климат. Да, ученые считают, что неостановимо все льды и планеты тают. Земля весне навстречу несется по орбите. Вы только посмотрите, как нам повезло. Ты что-то перепутал и стало холоднее. Еще одна минута, и я остекленею. Я всех вас приглашаю к себе на чашку чая. В ответ не обещаю, но будет тепло. Тучи опять наползают, белой метелью грозя. Там, где вода замерзает, жить нельзя. Но как сталь мы гудим в минус 31, и организм остается невредим. Ты тем, кто учен, мороз ни почем, потому что нас валют и греют. Потому что ногой, то одной, то другой, мы усердно топочем облет. Потому что знаком нам всеобщий закон, на морозе с друзьями теплее.
Наши юные герои приходят к двум татаринам, где их встречает Николай Антонович. Он в прекрасном расположении духа, потому что рядом с ним его любимая женщина. Сегодня он само радушие. Наш дом открыт для всех друзей. У вас не дом, а дом-музей. Спасибо. Вот здесь Триас, а здесь Ордовик с поздней юрой. Да? Катюшин папа был моряк, и все, что плавает в морях, он привозил из дальних стран. Он был отважный капитан, он был герой. Да-да, он был герой. Он был герой. Да-да, герой. Катюша, дорогая, у нас же в доме гости. Умом не постигаю, откуда столько злости. А вы не поймете, хоть голову сверните. Ребята, извините, пройдемте ко мне. Давно пропавшего мужа, капитана Иванова.
закончена строка, и нету целого куска, то просто нет второй страницы. Она была, вот беда, я не могу понять, куда она могла запропаститься. Куда же я мог ее девать? Там было горько осознавать, что все могло бы быть иначе. Да, так и было, я клянусь, ее я помню наизусть. Там дальше шло про неудачи. Неудачи преследовали нас, и первая из них — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Да, Николаю, молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело утверждать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии. Нет, это невообразимо. Ты что-то путаешь. Да нет. И подпись. Вроде псевдонима. Сейчас я вспомню. Манготима. Как? Манготима? Что за бред? Нет, это имя мне знакомо. Лишь буквы путаете вы. Его звала я Монтигома, и это знали лишь вдвоем мы. Тебе я верю. Зачем темнить-то? А затем, что Николай Антонович как раз и есть тот самый Николай. Так вот, кто этот Николай. Ну что ж, тем хуже для него. Мария Васильевна теперь поймет, что он предатель, а не друг. Боюсь, она уж поняла. Видать, не знаешь ты того, что Николай Антонович уж год ее супруг. Ее супруг? И спасения нет, и
лекарство, что помогло бы выжить в этом черном снегу. Я в домашней аптечке найти не смогу. В душе моей холодный снежный ком, и греюсь я последним угольком, но тлеет он едва, едва. Прощенья нет ошибки роковой, не вправе я считать себя живой. Но когда почернел белый снег, и небесный свод рухнул на земь, и трясиной сделалась смерть, остается лишь это средство. Случиться, кто нам это говорит? То, чей яд еще сочится, чей цинизм столь не прикрыт. Нам как раз не доставало видеть здесь клеветника, чье раздвоенное жало нанесло удар наверняка. Да как ты смел сегодня войти в этот дом, где боль, где смерть, где раны еще так свежа? Ведь ты, как пруд, придуманным этим письмом, ее убил одной клеветой без ножа. Недоступно пониманию, для чего ты ей мешал? Чтоб повинен я в деяниях, коих я не совершал. Лишь единственный свидетель, есть чей суд я признаю. Тот, кому уж нет на свете, кто во льдах закончил жизнь свою. Да нет, клянусь, оно так и было в письме. А где письмо? Ведь нет ничего, кроме лжи. Убил, убил, а место убить в тюрьме. Но я клянусь. Пожалуйста, Катя, ведь ты-то мне веришь. Скажи. Thank you.
отца. Не сумел я спасти, потому что нем был, как рыба. А теперь сказал все, что знал, но уж лучше был бы, как прежде, не. Только правда, лишь правда в чести. Нет уж, сыт покорно, спасибо. Вот он, правды страшный финал. И кому это нужно? Кому? Зачем? Пускать, если тебя задержат.